Здесь их научат самой популярной профессии. Согласно соцопросам, подростки 21 века не мечтают стать космонавтами или пожарными. Они хотят быть чиновниками и управленцами. Поволжский институт управления имени Столыпина – как раз то место, где сбываются мечты. Самое сложное, поверьте, самое сложное – управлять людьми. Но история доказала, что у нас очень много выдающихся управленцев, в том числе, которые вышли из стен нашего института. Андрей Киреев еще недавно, как и эти 11-классники, сидел в такой же аудитории, слушал своих будущих педагогов и решал, куда пойти учиться. Уверен, выбрав Поволжскую академию госслужбы, сделал совершенно правильно. Я поступил на специальное информационное обеспечение управления, отучившись 5 лет. И уже на 4-м курсе я смог работать, потому что те знания, те умения и те навыки, которые в академии я получил, я их смог уже применить с 4-го курса. Я бы много, конечно, куда хотела поступить. Но я сейчас сюда приехала, послушала директора. Всех. Мне просто так интересно стало, не знаю, очень хотелось бы, наверное, сюда поступить уже. Я думаю, что это действительно достойный вуз, тут интересная профессия, интересно о них сейчас рассказывали. Ну, думаю, все-таки мой выбор попадет сюда. Выпускники института управления сегодня работают в органах власти разного уровня. И даже закончив вуз, они все равно сюда возвращаются. Чиновники областного правительства регулярно проходят здесь курсы повышения квалификации. Ольга Маркова, Анна Головчинская, Александр Королев. Новости. Телеобъектив.